Подпортить жизнь северян могут не только пожары, но и пандемия. 42 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 25, Североморске плюс 7 и Кандалакшском районе плюс 2. Пандемия, судя по статистике, пока что идет на спад. Это отмечают и на федеральном уровне. Например, во время расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения Михаил Мишустин заявил, что России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее других стран. По оценке главы правительства, такой результат достигнут во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу специалистов. Премьер также отметил заслуги отечественных ученых, которые за короткое время проделали огромную работу и создали 3 вакцины против коронавируса. На его взгляд, во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением COVID-19 постепенно стабилизируется.